XX, с вами Бельвикс. Всем приветик! И сегодня у нас второй выпуск шоу Ask Liz. В этом шоу, как вы знаете, я отвечаю на вопросы своих зрителей, своих подписчиков, своих фанатов. И да, сегодня я отобрала самые интересные вопросы, которые вы мне задавали ВКонтакте, в Инстаграме, и вопросы, которые вы мне оставляли в комментариях под Ютубом, под видео, вы поняли. И да, под прошлым Ask Liz я прочитала уйму комментариев насчет того, сколько мне лет. Было и как 11, как 17, чему я была вообще в шоке. И сейчас я расскажу, сколько мне лет на самом деле. Мне 14 лет. Перейдем к вопросам. Вопрос от Ани. Сколько лет ты занимаешься фортепиано? Уже второй год. Проводила ли ты фан-встречи? Я нет, но на некоторые ходила. И очень приятно, когда тебя там узнают, берут у тебя автографы, фотографируются с тобой. Боже, это прекрасно! Что может быть круче этого, я не знаю. Хотя, надо подумать. Ты нарядила елку? Ну, на данный момент, конечно, да. И знаете, когда я ее наряжала? За 15 минут до Нового года. Прекрасно. Потому что, если честно, я такой человек, который все делает в последний момент. Камила спрашивает, как тебя там найти? Во-первых, меня не надо искать. А во-вторых, где? Что? Когда? Где меня найти? Какой твой любимый урок в школе и кто ты, ударница или отличница? Как я понимаю, ударница – это как хорошистка, и я к таким отношусь. И мой любимый предмет в школе – это либо алгебра, либо французский. Есть ли у тебя собственный канал? Нет, конечно, нет. Это не про меня, там Бельвикс какая-то. Мне до нее далеко. Лада седан или баклажан? Выбирай! Картофан! Тебе нравится быть дерзкой? Да, я дерзкая, как пуля резкая. Даша здесь накидала вопросов, и она очень просит, чтобы они попали в рубрику. Поэтому я сделаю для тебя это. И вот вопросы. И отвечу я, пожалуй, за что и как ты снимаешь? Ох, за что я снимаю? Я не знаю. Теперь перейдем к вопросам на YouTube. Будешь ли ты делать стоп-моушены? Хочешь их делать вообще? Я делала стоп-моушены, но они получались коротенькие. Мне это дело очень нравится. И, возможно, скоро я это и выложу на свой канал. Надо просто озвучить, чтобы это было прям, вообще, интересно. Алиса, хотела бы ты стать видеоблогером, снимать челленджи, влоги и так далее? По сути, я и есть видеоблогер. Просто я кукольный видеоблогер. Делаю там обзоры на них, если кто не знает. Подписывайтесь на канал Бельвикс, ставьте лайки и... Да, ставьте лайки. Интересный вопрос от Кристины. Будет ли видео Draw My Life? Кто тебе помогает снять видео? Обычно мне помогают родители, мама и папа. Но некоторые видео, как, например, сейчас, я снимаю одна. Ну что ж, на сегодня это все вопросы. Если твой вопросик не попал в рубрику, пожалуйста, не обижайся на меня. И если тебе понравилось мое видео, и я хоть чуть-чуть тебе приподняла настроение, то поставь лайк, подпишись на канал, а также напиши свой вопрос в комментарии. Всех вас люблю, целую, обнимаю. Be cool and crazy. Пока-пока!